Клево всем, друзья! Меня зовут Еременко Виталий, вы на моем канале «Клево всем, ловите рыбу с нами». Наконец-то я вырвался на рыбалку, долго не мог вырваться, работа не давала. И сегодня выскочил на Варнавинское водохранилище. Как раз тут сейчас проходит чемпионат мира по ловле на фидер. Они находятся ровно на той стороне, вряд ли, конечно, будет видно, но вот я вижу на той стороне куча машин. Проезжал мимо, видел, как народ собирается, уже мешают прикормки. После рыбалки хочу посидеть, половить пару часиков, попробовать, поймаю, не поймаю, вообще не знаю. Если честно, здесь на Варнаве буду ловить первый раз в жизни. Да. Поэтому посижу, попробую, поймаю, не поймаю. Потом хочу подъехать к ребят, пообщаться там со знакомыми. Все, погнали. Начинаю собираться, замес прикормочки, буду ловить. Вода мутная. Вчера штормом все перебаламутило. До сих пор штормит. Взял вот такую специально прикормку. Довольно крупная, с мелкой фракцией. Со сладковатым запахом. Как всегда, вода поэтапно. Запах сладковатый у прикормки. Лето, тепло, жара. Все. Пусть набухают, занимаюсь остальным. Ловить буду своим любимым фидерком. Дистанции небольшие. Груз большой не надо. Дайва тендер. Удилище длиной 3,30 с тестом до 30 грамм. Ну, без проблем, я им работаю кормушками 40 грамм. Легенькая, изящная палочка. Для своего теста и длины очень дальнобойная, к сожалению, снята с производства. Считаю ее очень-очень шикарной, одной из лучших в своем классе для вот таких рыбалок легких. Где ловишь кормушечкой 20 грамм. Ну что, друзья, для начала надо найти точку ловли, проверить, что тут да как. Начну с глубины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Просто вообще не знаю, что здесь, как, зачем и почему. Поэтому просто интересно пробить хотя бы глубину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чуть-чуть глубже. Чуть-чуть глубже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10. Значит, получается, плиты тут заканчиваются очень близко, а потом идет плавное погружение, практически ровное дно. Травы не нахожу, хотя в других местах говорят, хотя тут трава может быть пучками. Где-то есть, где-то нету. Была бы вода чистая, было бы видно, куда забрасывать. Траву вообще не цепляет, на дне чисто. Например, на Кубанском водохранилище, когда баламутит, рыба вся под плитами. Когда тихо отходит. Ну вот. Нашел какой-то там, за что-то цеплялся, может трава, может какая-то ступенька, и в принципе пойдет. Вот такая прикормочка. Сладкий запах. Для лета как раз, я думаю.
и позакармливаем. Положу несколько кормушек. Вот. К нам гости пришли, барашка. Целое стадо гуляет огромное. Наверное, пару сотен. Блин, 2 месяца не был на рыбалке, чуть больше. Руки чуть-чуть подклинивают. Глубина небольшая, воду баламутит. Мутная. Плывут водоросли. Я думаю, будет сильно на леску набиваться. Плохо. Ну, у меня здесь ветер боковой. У спортсмены, они напротив меня. У них там ветер прям в лицо. И барашки на них. Вроде бы как. И тоже у них боковой, но... Я когда проезжал, был, у них было сильнее, более ветрено. Так, что с поводками сделаем? Вот, десятка на 0,12 там сейчас прицеплю. А дальше буду смотреть. Поводок ставлю 30 сантиметров. Пока не вижу смысла делать длиннее. Если что, сделаю вставку. Ну, как всегда, с классики. С танцора диска красненького. Первая кормушка. А? В бой. В бой. Ну что, ребятки, ждем первую поклевку. Надеюсь, она будет. В водоеме очень много плотвы разного калибра, в основном мелкая. Очень много уклейки, много карася, подлещик, густера, сазанчик. Но все-таки основная рыба – это плотва и карась. Ну, опять же, где? Сейчас все волны залипают. Где, как и что. В самом водоеме я ловлю в первый раз в жизни. Ловил в каналы с него выходящие и входящие. Поэтому что, где, как, зачем, пока не знаю. Люди здесь ловят карася, плотву в больших количествах, но по чистой воде и в определенных местах и перемещаются. Сейчас клюет карась здесь, вся толпа сидит здесь. Через на другой день карась клюет в другом месте, все перемещаются к карасю. Время 8:22. Опа, поклевочка была, ребятки. Первая поклевка. Теребонькала. Было теребонь-теребонь. А что-то есть у бегемота. Кто там, кто там? Есть густерка. Ребята, густера. Густера. Разведка пришла. Надеваю перловочку, чисто перловочку. Она у меня не чистая, она полежала в прикормке и провонялась ей.
перловку, поклевочка была. Поклевка на перловку. Не сильная. На густерную похоже. Так, подсажу я к ней опарыш. Гулять так гулять, ведро воды и булку хлеба. Ну. Клюет, бац-бац и мимо. Лочевочка пока. Есть кто-то. Кто-то на перловочку. Мелкий. Ох, какой активненький, а. Кстати, я даже подсак не собрал. Поленился. А кто такой бой? Густера хорошая, ребят. Посмотрите, какая классная. Шикарная. Что-то густерище. Даже в рот ковырялку надо взять. Так, попробую червячка. Если что, у меня и манка есть, и кукуруза есть. Червячок. Кто-то долбит на лету. И червя. Густерочка небольшая. На лету. И так бы карасе хотелось. Прикормка сладенькая, красивенькая, зелененькая. Перловочка. Ну все для карасика, ребятки. Все для него любимого. Сразу. Сразу. Бойки. Густерочка. В общем, стоит там густера неплохо. Ого! Ого, всадила. Вот это всадила. И кто там? Кто там? Поклевка мощная, рыбка. Так себе. Видите, густерка есть, ребятки. И червяка очень активно берет. Очень активно клюет на червячка. Уже ударило. Бьет прям на лету, ребят. Рыбы собралось много. Клюет жестко. Практически сразу. Думаю, если поставить опарыша, будет мелочь задалбливать сильно. И так не крупная в основном. И даже на черве. Так. Сбегло. Так, перловочку. Перловочку. И к ней опарыша подъема. Как говорится, бутерброд. Друзья, спонсор канала — интернет-магазин «Студия мебели мастерская». Большой интернет-магазин по Краснодару и Краснодарскому краю. Более 10 000 товаров. Кухни, спальни, прихожие, детские.
огромный выбор. Шикарные фабричные модульные кухни по цене в 3-4 раза дешевле мебели на кухонь на заказ, но при более высоком качестве. Потому что это фабричное производство, поточное, огромные заводы, которые производят мебель в огромном количестве для всей России. Если у них идет брак, то претензии идут со всей России. Поэтому фабричное производство — это сейчас реально качественное. Говорю как человек, у которого было 14 лет производства мебели. Давай, давай, давай. Я ссылочку оставлю в описании. Магазин работает по предоплате. При заказе до 50 тысяч рублей предоплата всего 1 тысяча рублей. То есть вы покупаете кухню, вам насчитали 45 тысяч, вносите предоплату 1 тысяча рублей, остальное, когда получаете товар. Мне кажется, великолепно. Не надо бояться, что вас кинут, обманут. При наличии товара на складе является мебель складской программой. Поставка 1-4 рабочих дня после внесения предоплаты. Заказные позиции — месяц. Магазин очень хороший, мебели очень много, мебель качественная. Заходите, смотрите, выбирайте. Густеры валом, просто берет сразу поклев, дюбает. О, у спортсменов скоро старт. Не помню, или 9:30, или в 10:30 у них старт. Сейчас 9:15. Сразу. Сразу. Ну, хорошенькая. Спортсмены — это круто. Многие: а, спортсмены, чё там? Ребят, я вам так скажу, если любого серьезного спортсмена, рыболова, посадить в новое место и дать ему время разобраться, он с рыбой разберется и будет делать всех. Это очень крутые ребята, очень крутые, как в любом деле. Профи на токарном станке будет лучше работать любителя. Профи за рулем будет лучше ездить любителя, так и в рыболовном спорте. Они действительно профи. Нам до них как? А, есть профи у спортсменов. А, уже сидит. Она сидит просто. Есть спортсменов профи в мелкой рыбе, есть в крупной, есть универсалы. В принципе, если человек, то есть у нас в регионе мелкая рыба, наши классные спецы по мелкой рыбе. Если он живет в регионе, у него, допустим, лещи, он будет классным спецем по лещам. Ну, тоже гарантию даю, что спеца по лещам посадить, дать время, какое-то количество рыбалок, где мелкая рыба, он с ней разберется. И наоборот. Также наших ребят, кто ловит мелкую рыбу, посадить в водоем, дать время, провести какое-то количество рыбалок, где лещи, они разберутся. И будет уделывать всех. Доночников, всех любителей. Спортсмены — это очень-очень круто. Да, они сильно ограничены. Ограничены в использовании насадок, ограничены в использовании длины поводков, ограниченное в использовании кормушек, в отличие от нас, любителей. То есть я ловлю 30-ку поводком, а он не может поставить такой поводок. Ему их 50 или 60 минималка. И от этого они играют. На счет 30 клюнуло.
А перед этим раньше поклевки были. Бустеры валом стало у меня здесь. Ну, даже плотвы нет, очень интересно. Копнуло. На лету клюет. Такая мелкая. Пока не вижу разницы вообще в виде насадки. А раз нет разницы, делаем вот так. Ну что, ребят, вот такая рыбалка. Десятка два густерок поймал. В два раза больше сошло по дороге. Целая куча отвалилась. Из рук вывалилась. Было так. Темпуешь, она становилась в большом количестве во всем слое воды. Начинала клевать с поверхности, у самой поверхности била уклейка. Чуть проходила, начинала она садиться даже на падение. Чуть замедляешься, начинаешь реже. Она отходит, поклевки более редкие. Ну, все равно, в любом случае. И том случае, хоть и со дна редкие поклевки, хоть когда ты будешь в толще воды со дна, все равно сплошные сходы. Кучу крючков, длин поводков, толщин поводков. Ничего не влияет. Толщина поводка вообще роли не играет. Гонял от 0,1 до 0,18 одинаково. Длина поводка лучше всего сработала 30-ка, хуже всего сработала 10-ка. Скажем так. Поэтому, что ей нужно было, какой крючок, фиг его знает. Вода мутная, немного штормит, чуть-чуть ветер то утихает, то усиливается. Ну, в принципе, так. Все равно, я кайфанул, два месяца не был на рыбалке, а тут посидел, покайфовал, класс. Не сильно жарко, не так, как было несколько дней назад, когда у нас было в тени плюс 42, это было что-то. Ребята как раз тренировались. Сейчас поеду, полазю и посмотрю, как у них рыбалочка, пообщаюсь, может, с кем-то. До новых встреч, друзья!